Привет, друзья! Мы продолжаем проходить Plants vs. Zombies, часть 2. Далекое будущее. Смотрите-ка, у нас тут завершились какие-то квесты. Давайте поглядим. Двадцать первый ранг, да? Ладно. Итак, друзья, вот это интересное растение мы, пожалуй, будем использовать. Может быть, как-то нестандартно, не знаю. Так или иначе, оно не может оставаться в стороне. Это такой подарок от разработчиков, знаете, некоторый стёб, может быть. Посмотрим. Итак... 19, 20 и 21 уровни. Попробуем сегодня их пройти, да? Вот в этой серии. 19. Поехали. Ух ты. Выжить. Опять-таки, да? Под солнечными вот этими... бомбами, короче говоря, которые будут падать сверху. Уже был такой уровень, но это, видать, второй, более сложный. Так, Гаргантюа тут присутствует, кстати сказать. И вот, кстати, друзья, было бы любопытно посмотреть. Давайте-ка вот это возьмем. Смотрите, да, солнце нам недоступно. Я, пожалуй, все равно возьму это растение. А вот это растение... Хотя оно, наверное, нам не понадобится. Там я не вижу никаких машин таких, да, особых. Летуны только-то, поэтому не будем брать персик. А вместо персика мы, пожалуй, возьмем клевер. Так. Ну что еще взять? Вот это вот... Давайте-ка шипы подешевле возьмем. Так, лазерный боб. Не вижу, если честно, в нем большого смысла, но... может выручать в определенные моменты времени. Картошка. Почему нет? Нам как раз надо будет экономить солнечную энергию. Картошка может помочь, только вот переть они, я чувствую, будут знатно. Ну, ладно. В этот раз... Здесь нету дракончиков, друзья. А, они нужны. Ладно, на всякий пожарный возьмем. Придется отказаться от картошки. Но все равно, я думаю, что уровень будет достаточно интересный. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Поехали. Ну, насколько я помню, их можно также взрывать, да, пока не летят. Короче, тупо накапливаем. Пока что. Упс. Уже по инерции пытаюсь взять это солнышко. Можно, кстати, взорвать было. Но я лучше буду накапливать. Пусть накапливается. У меня есть вот эти замечательные растения. Они тут всех порвут. Уж я-то точно знаю. Сделаем, так сказать, ставочку, да? Ить.
А чё, их много высаживать не надо, стоят они тут относительно дешево. Мощность у них вполне себе отличная. Я думаю, они вполне способны затащить этот уровень. Летунов, пожалуй, сдувать будем. А то они будут кушать нашу энергию, так сказать. Можно было поставить здесь вот эти вот защитные, да? Орешки. Накопить теперь вот надо бы, да? А можно, кстати, их вот так вот взорвать, кстати говоря. Так, у меня надо истратить Plainfoot. Так, снова надо что-то потратить. И у нас идет Гаргантюа, да? Посмотрим, сколько на него, может быть, надо вот этих способностей. Так, сразу не валит, но оно и понятно. Что-то он такой достаточно сильный. Ну, мы его спалили. Ну, друзья, это реально было легко. У меня даже оставались солнышки. И... не знаю, как-то вот смотрите, да, я даже... вот эти растения даже вот здесь вот не рассаживал. И хотя можно было вполне, и тогда эффект был бы просто многократный. Ну, что-то вот я говорю, эти растения, они достаточно сильны. При том, что стоит почему-то дешево, но их убойная сила реально очень-очень хорошая. Ладно, берем этот мешочек. Так, выжить и защитить растения. В данном случае вот эти вот звездочки, да? Но это непростой, конечно, уровень, я уже сразу вижу.
А, тут и машины, смотрите, когда их полным-полно. Ну ладно. А, на самом деле здесь надо взять какую-то серьезную защиту. Именно барьерную защиту. Давайте обычный орех. Дракончиков беру, но, если честно, не знаю. Опять же, наше секретное оружие, да? Летуны есть? Нет, летунов я здесь не вижу. Драконы, это, конечно, хорошо, но давайте-ка в этот раз мы вот этот вот персик возьмем. Вот эти машинки, возможно, придется фризить по-тихому, да? Потому что они вот здесь вот очень близко будут подходить и, возможно, будут успевать что-то делать. А для нас это не очень хорошо. Боб для временной остановки зомби. Почему Боб? Потому что картошечку здесь, ну как они, она не успеет просто вырасти. К тому же надо будет здесь стенку сооружать. Вот единственное насчет стенки. Можно было взять вот эту стенку, да? А, и, в общем-то, было бы как бы неплохо, но она очень быстро разрушается, друзья. По 125 слишком дорогая. Лазерный Боб, но это что-то как-то не то. Все остальное явно не то. Шипы беру большие. Да, они стоят дорого, но попробуем накопить деньжат за счет вот этих двойных подсолнухов. Если что, будем использовать вот это замечательное растение. Поехали. А уровень-то у нас с подставой, друзья. Ну ладно. Тут нужно максимально быстро успеть построить стеночку и рассадить подсолнухи. Это самое главное. Very good. Thank you.
Так, а чё, персик не сработал, что ли? Ну ладно. Или сработал, да я не заметил. Так, еще что-нибудь будет? Все? Ну, как вы видите, друзья, все чрезвычайно просто. Можно было даже эти цитроны не использовать. И опять же, это замечательное растение. Все благодаря ему, можно и так сказать. Стеночка, конечно же, тоже помогла очень даже сильно, но вот это вот, вот эти растения, это практически, ну не знаю, 95% гарантия, что вы затащите уровень. Ну, со стеночками, шипами, но это приближается к 100%. Так, давайте смотреть, что тут у нас за статуэточка. А, так, друзья, здесь нам надо будет набрать очень много солнечной энергии. Да. Так я и думал. Вот смотрите, собрать 5000 солнечной энергии. А вот тут еще ограничение. А нельзя использовать больше 16 растений. Ну ладно. Я думаю, что вы уже догадались. У нас есть только очень немного вариантов. Но я знаю, что надо делать. Тут все довольно просто, на самом деле. Так, у нас здесь летуны. Вот эти вот мелкие, очень даже такие, знаете, пакостные. Вот эти вот андроиды или кто они, которые сверху падают, да? Проблема в том, что они падают прямо на середину поля. Но это ерунда, мы попробуем их вырубить при помощи персика. Двойные солнца обязательно. Орех стена обязательно, шипы обязательно. Чили-боб. Как временное средство остановить практически любого зомби. Персик. Ну, естественно, как же без этого. Так, вот этот вот эта вот машина немножечко напрягает, потому что здесь будут танцоры постоянно окружать эту машину и защищать ее от наших выстрелов. Поэтому танцоров и прочих надо будет обязательно сдувать, естественно. А со всеми прочими, я думаю, мы справимся посредством вот этого замечательного растения. Ему будут помогать шипы и стенка. Думаю, всего этого должно хватить. Поехали. Друзья мои, здесь все предельно просто. Вот в этом именно уровне. Надо сконцентрироваться на подсолнухах и на стенке. В принципе, этого более чем достаточно. Видите, у нас еще тут лимит
на растения. То бишь мы не можем позволить себе много растений, да? Ну ладно. Набрали мы нужное количество солнца. Так, это я не туда дамажу, да? Ну вот и все, друзья. Все просто мега легко было. Так, давайте-ка, наверное, на этом пока завершим. А, не знаю, друзья, что с этим блюстейксом. Он периодически глючит, приходится перезагружать. 3 уровня мы прошли, все было достаточно просто. А растение это меня радует. Не знаю, как там оно будет дальше, да, но... А здесь оно чертовски сильное. И... пожалуй, наверное, одно из самых имбовых растений в этой игре. Если, конечно, правильно его использовать. Ну, в следующей серии мы пройдем 22, 23, 24 уровни. Как раз-таки доберемся до доктора Зомбоса, да? Тут еще интересные есть всякие пиньяты пати. Может быть, как-нибудь разберем эти уровни. Я бы... сказал, что они слишком сложные.
Но, например, те же рестарты там платные, и приходится вот эти вот копеечки иногда тратить. Там бывает, знаете, все не столь очевидно с первого раза. Вот, такие донатерские, что ли, уровни. Поэтому они мне не очень так сильно нравятся. Но так они сами по себе любопытные. И, что самое главное, приносят вот эти вот гемы иногда. Иногда они гемы приносят. Но поступим так, друзья. Я, наверное, буду периодически их записывать. И если попадется реально какой-то интересный уровень, я, наверное, его в качестве бонуса-то добавлю. От вас же, конечно же, лайки. И чем больше лайков, чем больше каких-то комментариев и обсуждений, тем, конечно же, и видео будет больше. Ну все, друзья, увидимся в следующей серии. Всем удачи и пока!